в ринг приглашается в красный угол Александр Ергин, город Сестрорец, Россия. Давай.
господа, не стесняйтесь поддерживать наших спортсменов. Им очень нужна ваша поддержка. Представляем спортсменов в красном углу. Солодист первого спортивного разряда Александр Ергин, город Сестрорецк. Спортсмену 26 лет. Салатом занимается 6 лет. Он является чемпионом России 2008 года, участником чемпионата Европы. Занимается в клубе «Титул» под руководством тренера Андрея Ароновича. Синим углу. Продолжили бой готовиться кандидат в мастера спорта Андрей Студенников, Санкт-Петербург. Ему 22 года. Салатом занимается 8 лет. Он является чемпионом России этого года, финалистом первенства мира 2009 года. Салатом занимается в клубе «Созвездие» под руководством тренера, который в данный момент рядом, заслуженного тренера России Сергея Буланова.
А я еще раз напоминаю вам, дорогие друзья, что нужно поддерживать бойцов, нужно поддерживать спортсменов, ведь им нужна ваша поддержка, а как ничто другое сейчас. Боя и призеров. Затем творческий номер, затем к выходу в ринг готовится вторая пара. Лоренцо Пароди, Антон Быков. Я напоминаю, что это последний пятый раунд, и участвуют у нас бойцы Александр и Андрей. Поэтому давайте поддержим спортсменов. Можно скандировать их имена, чтобы они чувствовали вашу поддержку и выложились на полную в этом последнем раунде.
Для награждения спортсменов в ринг приглашается проректор по дополнительному образованию и работе с регионами Государственной полярной академии Лебешонок Анатолий Федорович. Под ваши бурные аплодисменты! Я думаю, выражу все мнение тех, кто находится здесь, и скажу спасибо огромное всем участникам сегодняшнего мероприятия, в частности тех, кого мы видели сейчас, за красоту такого боя, и думаю о том, что не за горами то время, когда все вместе, и бойцы, и мы, те, кто принимает участие в этом действии, увидим олимпийский вид спорта под названием «Сават». Успехов и новых достижений в нашем прекрасном виде спорта! Внимание! Единогласным решением судей в рейтинговом поединке Федерации бокса «Сават» России победу одержал кандидат в мастера спорта Андрей Студенников, Санкт-Петербург. Спортсмены награждаются кубками третьего международного турнира по савату.